14 тысяч концлагерей во время Второй мировой войны действовало на территории нацистской Германии, в странах-союзниках Третьего рейха и на оккупированных им территориях. Каждый пятый узник был ребенком. Не считаясь с возрастом, их морили голодом и заставляли трудиться до полного изнеможения. Я была малолетний узник, мне было 5-6 лет, а которые там достигли совершеннолетия, те тоже работали. А нас там собирали какая-то не то надзирательница, не то воспитательница. Она собирала нас, и что-то там мы им клеили, что-то мы делали, а что не помню. Традиционно узников концлагерей чествовали в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Специально для них подготовили символичные подарки в пасхальную седмицу. Мы еще имеем одну очень важную роль поздравить с этим праздником Пасхи Христовой наших ветеранов, узников фашизма, которые испытали в своей жизни много горя, но которые с помощью Божию, с верой в Бога, с надеждой на лучшее смогли выстоять. Встреча продолжается в теплой дружеской обстановке. Среди душевной беседы находится место воспоминаниям, говорить о которых невозможно без слез. Мария Кудрявцева в 5-летнем возрасте с мамой, тетей и другими жителями белорусской деревни от немцев прятались в лесу 11 месяцев. Питались корешками и клюквой, которую находили под мхом, разговаривали шепотом, жили в шалашах, но все-таки случайно себя выдали. Когда мамину сестру стали хоронить, тут уже тишины не было. Все рыдали, все плакали. Похороны есть похороны. И вот на этот вот шум нас немцы и поймали. Ну вот этот раз уже они поймали и нас угнали в Германию. Успешное восстание с захватом в плен 200 охранников одного из крупнейших концлагерей Германии произошло 11 апреля 1945 года, став памятной датой для тех, кто это пережил и кто об этом знает по рассказам предков.